приветствую вас на канале Asmodee Play. Мы продолжаем играть в Warcraft 3 House. Так, вроде пока бодрячком. Время 12. Сегодня не моя смена. Так. Оракул. В пещере точно. Здесь путь разветвляется. Любая из этих пещер может тянуться на многие мили. Может быть, нам стоит разделиться? Хорошо, но будь осторожен, юный друг. Кто знает, какие твари скрываются в чреве земли? Я буду осторожен, Керн. Удачи. Итак, вот здесь вот тоже немножко так муторно, потому что сразу придется на два фронта играть, нет? А, нет, смотрите-ка, пока на одного. Духи не знают усталости. Я вождь. Час пробил. Так, давайте посмотрим, что здесь есть. Лечебное зелье пока мне не надо. Локнрош. Духи не знают усталости. Так, ты у нас чем обладаешь? Да. На указанного воина окружает электрическое поле, носящее атак всем войскам, оказавшимся поблизости. Рассеивание всех заклинаний, а это скорость перемещения указанного воина, повышается скорость боя на 40. Локтаругар! На. Никто не уйдет! Сейчас. Давай! Получи, козел! Никто не уйдет. Так, что у нас итак исцеление? Час пробил. Никто не уйдет. Зелье маны. Духи не знают усталости. Так, итак исцеление мне пока не нужен. Я вождь. Духи не знают усталости. Я вождь. Займемся этим. За честь. На. Час пробил. Вот так. Расправа будет быстрой. Духи не знают усталости. Локнрош. Я вождь. На. Локтаругар. Да. Я вождь. Час пробил. Ну-ка давай. За честь. Локнрош. Давай, хреначьте. Что мы тут поимели? Я не понял, мы зачем сюда заходили-то? Мантия ученого 3. Так, ну-ка подожди. Увеличить запас маны героя на 150. Повышение силы героя на 1. Ну-ка. Да. На 3. Повышение силы героя на 3. Ну ладно, единичку мотанули за место разума. Разум зато остался, да, у нас? Так. Тут у нас чего? Чего? Непонятненько, ладно. За честь! Духи не знают усталости. Час пробил! Вот так вот. Я вождь. Захреначим вас. Зря ты так. Сейчас посмотрим, что у нас здесь. Займемся этим. Я вождь. Займемся этим. Давай.
В бой! Вот так. Табу! Блин, у меня кого-то прихреначили, что ли? За честь! Табу! Я вождь! На! Займемся этим! За честь! Вот так, теперь... Тестинго. Духи не знают усталости. Дабу! Хм. Никто не уйдет! В бой! На! Локтаругар! Нас атакуют! Я вождь. Блин, мы кого-то потеряли. Некуда класть. Свиток исцеления, некуда класть. Вот так, увеличение запас маны героя. Блин, на 150 единиц тоже. За честь. Ладно, давай. Некуда класть. Я слышал зов. Локтаругар. Берем. Используем. Берем сферу огня. Говори, вождь. Духи не знают усталости. Так. Займемся этим. Блин, и не воскресить же сейчас нам. Так. Ну-ка, давай-ка. Духи не знают усталости. Я так весь отряд сейчас... За честь. Угроблю нахрен. Хм. Дабу! Хм. За честь! Смотрите-ка, волк. Хм. Всех их перебил. Да. Час пробил. Там скелеты у нас. Чего прикажешь? Зак-зак! О, эликсир маны. Вот видите. Займемся этим. Локнрош. Хм. За честь. Дабу. Хм. В бой. Тихо. Я вождь. Сначала одного, потом второго гасим. Да. Дабу. На. Займемся этим. Да. Спокойно. В бой! Дабу! Получи! Охренеть. Я вождь. Так, мне надо где-то в самое начало попасть. Вот сюда, наверное, да? Духи не знают усталости. Сейчас, быстренько, подожди. Тут тоже что-то какие-то стенки, тут створки. Это я еще куда-то, я еще куда-то сюда не ходил. Ну ничего, сейчас. А, вот сюда. Или куда? Я же не помню где. Так. А, тотем силы. Что за тотем силы? Ну-ка, давайте-ка посмотрим. За честь. Дабу. А, вон оно что, ну. Хм. Дабу. Мне сюда надо-то. Не в ту комнату забежал. Так, героя пока не могу прокачать. Не прокачивается он здесь. Так, свиток исцеления. Зелье маны. Вот, лечебное зелье. Подожди. Запас маны героя. Хм. За честь.
Так. Дабу! Давайте смотреть, что у меня тут где-то что-то еще есть. За честь! Сюда мы сходили, ничего не нашли. Вот. Какая-то воротина, иди сюда. Сейчас будем смотреть, что здесь у нас. При каждой атаке герой обжигает противника. Ну, вот. Час пробил. Я вождь. Так. Займемся этим. Смотрим. Лок на рож. Я вождь. Никто не уйдет. За честь. О, книга ловкости. Пробил. Что за свиток? Ну-ка. Да, некуда класть. Чтобы использовать, щелкни так. Оживление трупов, находящихся поблизости на 40 секунд. Блин, хорошая вещь. За честь. И что мне пожертвовать? Хм. За честь. Да блин, блинский. Хм. Ну-ка, давайте сохранюсь. Блядь. Шнурок. Сохраниться. Два. Сохраняем. За честь. Да. За честь. Локтаругар. Дабу. Никто не уйдет. На. За честь. Давай. Блин, он меня хорошо гасит. Давай-ка посмотрим, куда ты там. Выломайте. Орки, к оружию! Вы чё, падлы? Ладно. Духи не знают усталости. Дабу! Да. Не может. Час пробил! Ну-ка, здесь чё у нас? Я вождь. Вот именно, что я вождь. Займемся этим. Должен идти вперед. Кровавый ключ. Вот, блин, мне его в любом случае надо. Час пробил. Бейте, бейте его побыстрее, нахрен. Я вождь. Займемся этим. Я вождь. Хозяин, табу. Локтаругар, за честь. Хм. Дабу. Блин.
Так. Я вождь. Хм. Дабу. Стой. Бери обратно мантию ученого-то. Беготня. Дабу. Займемся этим. Да. Так. Пока я сохранюсь. Я вождь. Хм. Никто не уйдет. Королевская корона 5. А чё она 5? Вау. Свиток защиты нет. Так, разум героя. Так, запас маны. За честь. Дабу. Так, повышение силы разума и ловкости героя на 5 единиц. Локнарош. Свиток маны. За честь. Да. Дабу. Ну, короче, маной мы пожертвовали, 150 маны отдали. Займемся этим. Хм. Ну, зато силу, ловкость, ни хрена мы там подняли на сколько. Я вождь. Духи не знают усталости. Давай, я один тут, а пока. Дабу. Никто не уйдет. Локнарош. Так. А мои волки почти что все сделали-то. Я вождь. Разбиваем ворота. Хм. Так, даже не знаю, куда мне пойти. Да. А тут закрыто, смотрите. Я Азуна, принцесса детей Луны. Никто не сможет пройти к оракулу, пока я вновь не обрету свое сердце. Магия статуи создает непроходимый барьер. Эта дама требует вернуть ей сердце. Но что является ее сердцем? Хм. Так. Займемся этим. Локтаругар. Никто не уйдет. За честь. В бой. Ой. Я вождь. Дайте ему люлей. По-быстрому. Займемся этим. Ты-то куда бежишь? Дому. За честь. Ты сюда. Да. Открывай карту нам. Дабу. Ой, господи, я ему карту еще не прокачал, кстати, да? Да. Духи не знают усталость. Кого убить? Ладно. Займемся этим. Вот так, у нас появились новые участники нашего похода. Займемся этим. Тут ящер, да, огненный должен быть. Я вот. Займемся этим. Никто не уйдет. Давай. Что с тебя может выпасть? Все, что пожелаю. Ладно. Вот таругар. Зачем? На. Маска Соби. Блин, он все-таки помер, мне кажется. Так, что дает маска Соби? Так, блин, силы героя на 3. Ну-ка, давай-ка. Понятно. Локтаругар. Так, повышение скорости регенерации маны на 50. Быстро мана-то собирается. Даже не знаю. У меня мана-то вроде как еще и не кончалась. Не было такого. В бой! Час пробил!
Свиток маны. Дабу. Блин. А это повышение силы, ловкости и разума героя на 2 единицы. Всего он по 2. Характеристики увеличит. Давайте лучше характеристики оставим. Лок на рож. Час пробил. Свиток исцеления. Эликсир маны. Я вождь. Локтаругар. Займемся этим. Странно. Не припомню, чтобы в этой местности встречались овцы. Он потрясающе умен для орка. Это ловушка! Локтару, защищайтесь! За честь! Вот так. Духи не знают усталости. Быстро с ними расправимся. Дабу! Замедлили, блин. Ну-ка давай-ка сюда вот иди, посмотрим, что здесь у тебя. Гарби чуть не убили эту несчастную тварь. Похоже, они охотятся за ее сокровищем. Давайте перебьем этих гарпий и заберем то, что осталось. Духи не знают усталости. Подожди. Перебьем гарпий. Мы еще здесь не знаем, что у нас. Зверюга охраняла волшебный амулет. Возьму-ка я его себе. Зак-зак! Твою мать, да ну-ка пошли нахрен отсюда. Не знают усталости. Да ты-то и обратно иди. За честь. Да. Да. Лок на рож. Дабу. Ну-ка. Захренащи их. Я вождь. Стинга. В бой. Час пробил. Свиток воскрешения. Духи не знают усталости. Блин, ну вот ты мне сейчас и пригодишься, свиток воскрешения-то, наверное. Я вождь. За честь. Так. В бой. Духи не знают усталости. Пипец. Локтаруга. За честь. Давай, всех захреначим. Я вождь. Займемся этим. Да. За честь. Сейчас я приду. Я вождь. Чем могу служить? Правильное решение. Займемся этим. Дабу. Сюда. Не знаю, здесь тебя воскрешать или там, где, блин, сколько померло, я тоже не знаю, нахрен, где там искать. Сейчас даже вспоминать не хочу. За честь. Ну вот. Нет, все-таки кто-то был. Все-таки кто-то помер. Духи знают усталости. Займемся этим. Так. Сохраняем муторную игру. И идем далее. Духи не знают усталости. Да. Мне еще все равно с чем-то надо будет попрощаться, потому что надо сердце в чем-то тащить. Да. Духи не знают усталости. Дабу. Что-то я не понял.
Да. За честь. Дабу. Да. Понятненько. Мне надо сюда, блин, зайти. Где дракон этот нахрен? За честь. Блин, пипец. Как оно выглядит? Вот оно, сердце Азуны. Да. За честь. А вот успею я взять или нет? Да. Дабу. Куда мне надо-то это притащить? Сюда? Вот твое сердце, Азуна. Теперь пропусти нас к оракулу. Дабу. Похоже, это призрачный мост. Я видел такие у людей. Но где магический камень, питающий его энергией? Его нет. Может быть, Керн найдет его? Свиток маны. Блин, смотрите, вот так вот. Ноют старые кости. Займемся этим. А эти что-то, смотрите, серыми стали и неприглядными. Дабу! Венец благородия взял. Хм. Я вождь. Да. Дабу. Да. Блин. Ладно. Надвигается буря. Три. С нами мать земля. Четыре. Ёб твою мать. Я так и помню, что двумя надо будет. Только, блин, забыл, что они по переменке-то хреначатся. Ладно. Несломен. В атаку! Умри достойно! На! Несомненно. Хреначьте! Еще разок! С радостью! В атаку! Умри достойно! Так, эликсир маны. Что нужно? Племя! Ноют старые кости. Так, так. Вроде все, так? С нами мать земля. А здесь у нас что? Буря. Иснутора! Несомненно. С нами мать земля. Ну-ка, хреначьте-ка его. Буря. Не действует на него, да? Тоже не действует. Ноют старые кости. Ты знаешь, что я воскрешусь? Иснутора! Каменного голема взял. Ладно, надо подождать, когда немножко восстановлюсь. Так, жмем немножко на пау. Ладно, немного подождали. Все-таки давайте. Иснутора! Блин. С нами мать земля. С радостью. Нет, не идет. Смелее, мой юный друг. Сматываемся отсюда. Нет, не сюда. Иснутора. Вот так. Так, туда мы не идем. Это мы уже и так поняли. С радостью.
Надоело прятаться по пещерам. На. Мою старые кости. Так. Несомненно. Исны Алатора. Да. В атаку. С радостью. Свиток зверя. Исну Тора. Бейте. Исны Алатора. Несомненно. Вы чё, падлы? Думаете, я... Талисман защиты. Не сломен. Сколько? На 15%. Хорошо, у меня и этого нету. Поэтому... Хоть на этом, ладно. Надеюсь, звук записываться нахрен. То в прошлой игре что-то звук у меня не записывался. Исну Тора. Так. Угу. Смелее, мой юный друг. Ящерица. Ноют старые кости. Нет, не ест. С нами мать земля. Подождите, она прогрызть должна. Ждем, когда сожрет. Смелее, мой юный друг. Ешь, ешь грибы. Немного осталось. Блин. Несомненно. С нами мать земля. Что нужно? Ждите. Вот главное не спешить. Голодная ящерица. Ты можешь есть в одном направлении? Отлично. За племя. Ноют старые кости. Катапульты бы сюда. И на призыв-то никого нет, чтобы на разведку послать. Ладно, подождем. Время действия 180 секунд. Стоим, ждем. О, немножко осталось. С радостью. Давай, давай, вот этот гриб какой-нибудь сожри еще. С нами мать земля. Исну Тора. Надвигается буря. Рок ветров. Несомненно. С радостью. Все понятненько. Все, ящерица лопнула. Рок ветров, это, по-моему, тоже разовый прием. Не сломен. Ну, пойдемте. Исну Тора. С нами мать земля. Смелее, мой юный друг.
С радостью. Несвамен! В яме полно иглогривов. Похоже, они охраняют какой-то драгоценный камень. Да. Ноют старые кости. Давай посмотрим, где... Несомненно. Сейчас мышеловка захлопнется. Смотрим. Есть. Ужасная смерть. Конечно. Сам же организовал ты. Надвигается буря. Умри достойно. Да. С радостью. Ноют старые кости. Давай. В атаку. О, духи целители. Несомненно. Иснутора. Смелее, мой юный друг. Так, ты-то у меня разовый, пойдем сюда. С нами, мать земля. Ноют старые кости. Так. Ну-ка сюда иди. Надвигается буря. Несомненно. Блин, а как мне это взять? Ну что? Ну-ка сюда иди. С нами, мать земля. С радостью. Так. На нижней грани камня что-то написано. Ага, это камень духа из пропасти каменного когтя. Если легенды не лгут, с его помощью можно восстановить мост духов, ведущий к оракулу. Смелее, мой юный друг. Давай. Хрена чему. Теперь на нас перекинулся. Это плохо. Пояс богатыря 6. Вау. Несомненно. Иснутора. Посмотрим, что дает. На 6 единиц. Повышение силы героя на 6 единиц. Охренеть. Так, а как мне сюда пойти? Ага. Ноют старые кости. Несвамен. Несомненно. Иснутора. На. Статуи оживают. Защищайтесь. Не действует. Блин. С радостью. Хрена чему. С нами, мать земля. Так, духов целителей мне взять, что ли? Что нужно? Надвигается буря. Несвамен. Иснутора, мост духов, таким он и описан в легендах. Теперь, юный вождь, путь к оракулу открыт. Смелее, мой юный друг. Только подожди, перед тем, как путь к оракулу открыт,
Вау, у меня тут где-то источник жизни был. Ага. Нет, мне не сюда, мне вот сюда надо. С радостью. Духи не знают усталости. За честь. Займемся этим. Локтар-Угар. Так. Сколы Хатти. Орки. Я так и знала, что... Твою мать! Не успел взять. Готовьтесь к бою. Прекратите. Здесь нет места насилию. Этот голос. Ты не оракул. Ты пророк. Ты очень наблюдателен, сын Дуратона. Да, я пророк. И теперь, когда я собрал вас здесь, я расскажу, что готовит вам судьба. Блин, не успел взять, ё-моё. Что здесь происходит? Трал, это Джайна Праудмур, вождь уцелевших людей Лордерона. Уцелевших? Что ты хочешь этим сказать? Пылающий легион вторгся в наш мир. Лордерон пал. Демоны идут в Калимдор. Только вместе, объединившись против сил тьмы, вы сможете спасти этот мир от огненной погибели. Объединяться с этими? Ты выжил из ума? Ты поняла хоть что-нибудь из того, что я сказал? Легион собирается уничтожить мир. Трал, твой друг уже покорился воле демонов. Всем грозит гибель. И тебе, и ему, и всему вашему народу. Нет. Я не допущу этого. Тогда ты должен немедленно спасать Грома Задиру. Он ключ к твоей судьбе. Спит. Но тебе понадобится помощь. Постой. Это же безумие. Неужели ты думаешь, что я... Судьба не ждет, юная колдунья. Пришло время выбора. Ради блага всего живого... Люди должны объединиться с Ордой. Ну что ж, на этом все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Увидимся в следующем видео. Пока.